ребята, сегодня я пришла в Брукхейвен не одна, а вот как вы видите, там вот такая вот рыжая корона торчит. Я пришла с Брайсом сегодня, вот он уже бежит сюда или не сюда. Нет, сюда или не сюда все-таки бежит. Вот он, вот он. Вот прибежал Брайс, привет, Брайс. Значит, вот так вот. Сегодня я хочу с Брайсом вместе, давайте мы сейчас выберем дом. Я хочу вместе с Брайсом сегодня построить свой дом. Не свой именно, а наш дом совместный. Знаете, мы с Брайсом муж, жена, семья, там все такое. Поэтому я сейчас хочу здесь, значит, взять, поставить вот этот дом, опять выбрать вот эту штуку. Сейчас мы дождемся. И после этого, когда у нас сейчас все поменяется, мы будем обустраивать с Брайсом свой дом. То есть Брайс там, я не знаю, пойдет обустраивать одну комнату. Я пойду обустраивать другую комнату. Вместе будем обустраивать гостиную. Ну, в общем, как настоящая фэмили, которая делает ремонт. Я уже приготовила, ребята, пропсики. Ждем Брайса. И можно начинать. Ну так, вот он уже пришел, значит, господин. Ну что, погнали тогда на второй этаж и будем обустраивать там все. Так, ребята, ну что, Брайс уже, походу, как-то он странно сегодня себя ведет, ребята. Мы договорились, зачем он опять спрыгнул? Пошли, блин, говорю. Мы договорились, то, что я буду обустраивать вот эту комнату, а Брайс будет обустраивать комнату другую. Вот где она сейчас, посмотрим. Вот сюда сбегаем. Вот здесь уже Влад стоит. Ну что могу сказать? Тогда начинаю обустраивать комнату, а я начну обустраивать вот эту комнату. Мы с Брайсом, значит, живем вместе. Это будет наша совместная комната, а Влад из той, сказал, сделает какую-то очень прикольную комнату. Возможно, типа там для нас что-то такое необычное. Я не знаю, ребята. Ставим, значит, вот так две кушеточки. Точнее, ну, я не знаю, да, вот так, смотрите, чтобы это получилось, какая-то двухспальная кровать. Здесь все должно быть на двоих, поэтому мы сейчас делаем сразу гардеробную на Влада и на меня. С одной стороны мы ставим, значит, Влада одежду, с другой стороны мы, значит, ставим мою одежду, меняем ее вот так вот. И здесь давайте мы, конечно, поставим тоже зеркало посередине, чтобы было все прекрасно видно, чтобы мы могли спокойненько вот так вот красоваться перед зеркалом. Нам сейчас нужно изменить будет. Вот, вот стоит зеркало, здесь одежда Брайса, здесь моя одежда. Я даже не знаю, ребят, мне очень интересно, что там уже сделал Брайс. Я даже не представляю. Итак, мы дальше должны поставить кресло. Я не знаю, это давайте мы поставим такие пуфики, прикольные здесь есть. Мы сейчас поставим вот такие пуфики. Значит, вот так первый. И вот здесь, наверное, стоит поставить какой-то второй. Я не знаю, вот так, наверное. Вот, смотрите, вообще супер. Ну и, конечно, над этим, над всем я повешу красивую гирлянду, чтобы, знаете, чтобы мы вечером с Брайсом там могли собираться вместе, проводить время вот так вот. Просто шикарно, мне кажется. Очень уютно, мне уже очень нравится. Конечно, нужно поставить комод для одежды, чтобы все было просто шикардосненько. Сейчас поставим, короче, люстры. Обязательно поставим вот уютные. Давайте изменим их как-то. А, как, блин, поставить нормально, а не по-дурацкому. Вот такую люстру ставим с одной стороны, и если есть возможность, да, ставим такую же с другой стороны, ребята, вот так, чтобы был всегда свет и было просто потрясающе. Дальше мы сейчас ставим комод. Комод, считаю, обязательно нужно поставить, чтобы, знаете, на двоих там, да, одежду, какое-то нижнее белье, возможно, прятать. Вот, давайте поставим вот такой. Мне кажется, он просто шикарный будет. И на него я бы пихнула, знаете, свечки. Или, может быть, рядышком поставила бы какие-нибудь красивые свечи. Мы сейчас заменим. Пожар можно поставить. Отлично. Поставили вот такие свечи. Короче, я, ребята, считаю очень мило. Давайте еще что-то. Я не знаю, что еще сюда можно пихнуть. Но давайте, может, красиво как-нибудь здесь шарики поставим, чтобы поуютнее было. Вот, смотрите, ребята, сразу видно, комната любви. Итак, заходите вот сюда. Тут вот такие вот красивые свечки, комод. Вот такие две кровати. Здесь вот такая зона отдыха, да, где можно посидеть, отдохнуть, ребят, провести хорошо время. С фонариками, ребят, все это очень мило. Шарики, дальше заходите. Вот такая совместная гардеробная, женская-мужская. Давайте посмотрим, что же там за комнату-сюрприз сделал Брайс. Я уже бегу, значит, к Брайсу, чтобы посмотреть, что же он там сделал. О, смотрите, он танцует и что-то. В смысле? В смысле я, блин, на пушке сижу? Че ты, блин, сделал? Ты че, дурак? Ребята, что сделал Брайс этой комнаты? Я хотела, чтобы все было супер мило. Я что, могу это менять? Нет, я не могу, ребят, это менять. Офигеть, а почему он тогда руки показывает? А, вот, Брайс, видимо, убрал, короче, свою... Брайс, видимо, убрал свою коробку. Я не могу ничего менять. Ребята, что это такое? Просто стоит какой-то гроб. Вот эта дурацкая люстра стоит. И стоит пушка, ребята. Пушка, блин. Сейчас я сяду, знаете, с утра проснулась, зубы не почистила, пошла из пушки палить. Вот так вот. Как вам такое утро, блин? Он, блин, вот так посадил, то, что этой штукой прямо наружу. Реально, чтобы кого-то палить. Офигеть. Чё ты танцуешь? Ты что, больной, что ли? Походу, он реально, блин, больной.
Короче, хватит танцевать, иди обустраивай соседнюю комнату, а я пойду обустраивать все внизу. Хватит танцевать. Иди быстро обустраивай соседнюю комнату. Побежал. Надеюсь, то, что он сейчас нормально обустроит. Обустраивай давай вот эту вот комнату быстренько и делай все здесь нормально. Красивое что-то сделай. Не знаю, зал сделай, зону отдыха там. Ну, короче, рабочее место сделай, пожалуйста. А я бегу, ребята, обустраивать комнату внизу. Захотела, короче, поставить шарики прямо посередине зала, знаете, а почему бы нет? Сейчас, значит, сюда я пихну телевизор. Сначала мне нужно, значит, поставить вот так вот прямо в стол его, значит. Вот, смотрите, ребята, офигенно получилось все с первого раза. Конечно, напротив я поставлю диван обязательно, потому что так надо, вот. Меняем пуфики, вот, ставим диван. Значит, дальше ставим, конечно же, давайте поставим пуфики. Прикольно, вместо вот таких сидений будут, короче, пуфики. Вот, ребят, смотрите, раз пуфик, два пуфик. Блин, они как-то разворачиваются, я хотела бы красиво поставить, но, походу, ничего не получится, потому что они ставятся в каком-то дурацком направлении, ну, вот так даже нормально будет. Смотрите, в принципе, очень симпатичненько. Дальше я хочу, конечно, поставить тоже гирлянду какую-нибудь красивую повесить. Давайте мы вот здесь повесим гирлянду. Для Брайса, короче, сделаю игровую комнату здесь, ну, вот такую игровую зону, чтобы было очень прикольно. Мы сейчас поставим здесь несколько автоматов. Конечно, поставим, не знаю, может, какие-то музыкальные инструменты, тоже было бы классно. Итак, ставим вот такой автомат. Давайте поставим реально какие-то музыкальные инструменты, чтобы прикольно было. Здесь пусть такая реально будет какая-то очень интересная игровая комната. Здесь можно пианино поставить, гитару, еще гитару и барабаны. Ну, давайте поставим барабаны. И давайте, наверное, поставим сюда гитару. Вот такую электрогитару, мне кажется, будет круто. Дальше, конечно, сюда еще. Что еще можно пихнуть? Конечно, ребята, нужно пихнуть тоже какую-то люстру симпатичную. Ну, конечно, да, я убрала. Ну что, ну дура. Вот, ставим вот такую люстру. Здесь тоже так симпатичненько. Ставим еще раз пуфик. Блин, он так идеально стоял. А теперь я не знаю, как его поставить. Так что симпатично было. Ну вот, нормально вроде. Блин, как-то все неравномерно ставится, и мне это бесит. Вот так можешь сюда нажать. Вот, смотрите, вот, шикарно. То есть вы вот так садитесь на диван и можете спокойно смотреть телевизор, который находится супер далеко, но это, в принципе, не важно. А дальше. Конечно, ребята, какой-то супер уютный обеденный стол было бы тоже прикольно поставить. Давайте его, наверное, куда-нибудь тоже вот сюда пихнем. Сейчас мы его заменим и вот так поставим. Вот, смотрите, вот, чтобы здесь был обеденный стол, супер, все красиво, уютно. Наверное, все-таки от шариков я избавлюсь посреди зала, но поставлю шарики в другое место. Давайте поставим их вот сюда в угол, чтобы было очень симпатично, вот так очень красиво все было. Давайте поставим вот здесь, может быть, шарики. Блин, я опять заменила, это просто бесит. Так, ладно, я не буду сюда шарики пихать, они реально уже бесит просто. Конечно, ребята, нужно дополнить все свечами, чтобы было уже точно максимально красиво и все было просто шикарно. Мы сейчас дополняем свечами и, в принципе, у нас все готово. Я хочу свечи поставить прямо вот сюда, значит, и давайте, наверное, пихнем их вот в этот угол, чтобы было супер уютно просто. И вот сюда, давайте еще вот, нет, давайте вот в эту часть, вот сюда свечи тоже поставим. Ребята, все, мой зал готов, и я предлагаю посмотреть, что же там нормального, надеюсь, сделал Брайс. Давайте пойдем посмотрим. Итак, я попросила Брайса сделать кабинет. Давайте посмотрим, что же там. Серьезно? За все это время он поставил один вонючий, ребята, один вонючий компьютер? И то, я же попросила тебя нормально все сделать, блин. Как всегда, в комментариях пишем. Значит, вы знаете, что писать, да? Пишем, Брайс, козел. В смысле он нас взорвал? В смысле он нас взорвал? Офигеть, он взрывает дом? Он нифига не сделал? Я попросила обустроить нам вдвоем классное рабочее место. Он нифига не сделал. Ребята, посмотрите, что он делает. Он просто танцует с бомбой и взрывает их. Классно. Я, значит, обустроила квартиру. Ребята, пишем, значит, в комментариях. Брайс козел просто по полной. Реально просто жестко выбесил. А я очень красиво обустроила квартиру. Можете написать от 1 до 10 в комментариях, насколько круто получилась моя квартира.